Красивый, вкусный, а главное полезный торт. Такое угощение получили в день рождения две панды в московском зоопарке. Самочке Дин-Дин исполнилось 2 года, а самцу Жуи – 3. И сегодня вот мы им сделали подарки, это 2 торта, и надеемся, что им они понравятся. И подарки в виде подарочных упаковок «Бамбук» их любимый. Поэтому я надеюсь, что они тоже запомнят этот свой первый день рождения у нас в московском зоопарке. Дин-Дин и Жуи приехали из Китая в конце апреля, а на публике появились после карантина в начале июня. Бамбуковые мишки пользуются большой популярностью. И сейчас, несмотря на прохладную погоду, в зоопарке много гостей. Сегодня день рождения, и, конечно же, мы узнали о том, что будет такой праздник, и с удовольствием пришли на него поздравить Жуи и Дин-Дин, потому что очень любим этих милых животных. Панды полакомились яблоками, морковкой и бамбуком. По словам сотрудников зоопарка, Дин-Дин ведет себя как истинная леди, а Жуи – рубаха-парень, который всегда рад пообщаться с людьми.